Уважаемые граждане, в преддверии празднования праздника Крещения Господня Главное управление МЧС России напоминает об основных правилах купания в проруби. Окунаться следует в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Не следует употреблять алкогольные напитки, так как они согревают на непродолжительное время, в дальнейшем создавая лишь иллюзию согревания, наоборот, способствуют потере тепла и риску обморожения. К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой или снимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Идти к проруби нужно медленно и внимательно. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к холодовому шоку. Необходимо помнить, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное, безопасное, учащенное дыхание. Как только тело приспособится к холоду, дыхание нормализуется. Не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. После купания нужно быстро растереться полотенцем и надеть сухую одежду и головной убор. Для укрепления иммунитета и недопущения переохлаждения необходимо выпить горячее питье, чай, кофе, травяные настои из предварительно подготовленного термоса.